Всем привет! Был у меня выставлен на продажу в интернете данный фотоаппарат времен СССР под названием Зоркий 4. Сейчас я вам его покажу. И удачно продан. И как всегда, в некоторых роликах я вам говорю без единой комиссии. Никому ничего не платил, ни за что. Обычный сайт, обычная площадка. Денежку уже перекинули. Покупателю огромнейший респект. Ну и как всегда, все отправляется. И здесь интересный объектив в черном цвете. Тут же немножко обучение вам. В черном цвете он идет гораздо дороже. Если вот такой, как данный цвет, вот где написано зоркий, серебристый, такого плана, то он уже дешевле в половину. Где-то гривен 300-400. А данный фотоаппарат я продал успешно за 800 гривен. Очень хорошее состояние. Покупал его за 100 гривен. Вот и подсчитывайте мой доход. Такая защитная крышка защищает. Этот бортик часто гнется. Если он погнутый, то также будет минус. Но у меня в отличнейшем состоянии. И защищает переднюю линзу от царапин, от пыли и так далее. Я считаю, на одной сделке купил за 100, продал за 800 и 700 гривен в кармане, ну просто шикарно. Кстати, у меня открыт курс, ведется набор на обучение по советской фототехнике и не только. Поэтому приглашаю вас вступить в ряды антикварщиков и начинать зарабатывать на данных предметах. Вот представьте себе, купили таких 10 штук по 100 гривен. 7000 гривен заработали. Можно даже по 200, по 300 покупать. И подсчитывайте доходы. 6000, 5000 гривен дохода. И это ж только один фотоаппарат. А если вы начнете покупать, то вам будут постоянно звонить и предлагать еще более другие цены. Там, где есть фотоаппараты по 5, по 10 тысяч гривен. Поэтому думайте, друзья. Контактный телефон для записи на обучение я оставлю, как всегда, в первом закрепленном комментарии. И также я готов покупать советскую, немецкую фототехнику. Это фотоаппараты, объективы, бинокли, подзорные трубы. Поэтому делайте качественные фото и присылайте мне на Viber, на WhatsApp. Лайк, подписка, комментарий, бьем в колокол и до новых встреч!